Девочки, мы сегодня находимся в актив-зоне. Это прекрасное место для того, чтобы дети веселились. Здесь очень много разных участков, где дети могут себя реализовать. Вот, например, с горки можно съехать. Вот еще такая большая гора, ты можешь кататься прямо на батуте. Ну, не на батуте, вернее, на вот таких вот плюшках, донаты, да, я их называю. Вот такие горки, и катаются детки. То есть зон очень много, сейчас я еще покажу. Вот здесь ты спускаешься с такой крутой горки и прям, знаете, в такой водопад вот таких вот воздушных прекрасных шариков. Это интерактив-зона. Здесь есть песок, наверное, вот этот кинетический. И вот, смотрите, детки вот так вот развлекаются. Так, это зона для конструкторов. Здесь дети строят, но иногда и разрушают. Есть огромные кубики, из которых тоже можно строить разные конструкции. А вот здесь посмотрим, что у нас здесь в этой зоне. О, смотрите, здесь разные игрушки и похоже, что на песке стоят. Так, ну вот это, я думаю, самая прикольная штука. Здесь даже можно повеселиться взрослым. Во, смотрите, это типа такой бассейн. Все тут вибрирует, внутри вода, как я поняла. О, смотрите, классно. Друзья, вот в семейном парке развлечений я обнаружила, что вы можете не только активно отдохнуть, но еще и перекусить. Вот такие вот замечательные пироженки. Кстати, в магазинах у нас такую красоту вообще вот не продают. Давай еще.